Всем привет, вы на канале GameGate, и сегодня мы по просьбе одного моего подписчика, сейчас комментарий выйдет вот, на экране, будем играть в игру под названием Fat Zombies Defense and Cleanup. Тут есть много режимов, я думаю, я буду делать по одному ролику на каждый режим, ну, на последний не буду делать, потому что это просто тренировка. Так, давайте сначала начнем с первого. Зачистка – это жизнь. Ну, у нас есть сразу калаш и пистолет. И есть три жизни, да? А, нет, одна жизнь. Тут можно плотность толпы сделать, типа, чтобы их много шло, или вот так вот, через это. Но лучше ходить, чтобы сделать так, чтобы они шли медленно. Вот, первый этаж. Так, давайте с калашом. Да, тут очень много кровяки. Подожди. Так, 12 осталось. Тут, смотрите, одна квартира, но... Лучше в квартиру не заходить. Это вроде просто этажи зачищать надо. Так, вроде они тут не бегут. А, блин, как они живут? Я им уже пол башки отстрелил. Так, этот сдох. Она что-то дергает предсмертной конвульсии. Блин, военный. Ё-моё, у него что-то челюсть видно. Так. Извиняюсь, если я микрофон закрываю своей рукой иногда. Но получается так. Так. Ключи. Они умерли? Вроде да. Вроде умерли. Так, 5 зомби осталось. 3. Тут один в каске, в кепке. Я не знаю, как его убить. Так, еще ни один не умер. А, 4 осталось, 4. Так, ну я догадываюсь, что мне как его убить. Живые? Все, все мертвые. $458 заработал. Давайте посмотрим, что можно тут купить. Первый этаж. Так, посмотрим. Ну, у меня пока очень мало денег. Так, ну на это не хватит, тут тоже ничего не хватит. Тут не хватит и тут не хватит. А, еще снайперки есть. Опа, на катана это хорошо. Я даже не знаю, у него прибыль что-то очень маленькая. Смотрите, прибыль $1.42. Я думаю, что это довольно мало. Ну, я, короче, найду ближнее оружие получше. Вообще, а тут ближних оружий всего два. То есть топор и катан. Топор. Перезарядка быстрее, чем у катаны, да? Гораздо быстрее. Урон 8, такой. А, даже больше урон, но прибыль меньше. А вообще от этих прибыль сколько? Ну, от этих прибыль много. Не знаю, но мне пока с калашом хорошо. Пойдемте. Кто-то заключенный. Что он делает в жилом комплексе? Так, сейчас узнаем. 15 зомби. Да, блин, что ты пропусканием занимаешься вообще? Блин, мне не нравится, как он дергается. Боюсь, то, что возьмет и оживет. Это я обстрелист, конечно. Сейчас посмотрим. Счетчик не обнулился, скотина. 12 должно быть. Так, умри. Ой, не то. А, ты чё? Дебил? Пусть полежит пока. Надеюсь, что нет. Конечно, нет. Этих зомбаков нужно убивать два раза. Какой-то полицейский. Хорошо, что тут не бегунов нет. Ну, у меня есть, конечно, но их не очень много. Блин, когда вы все умрете? Так, привет. Так. Чё, он сбитый бежит? Совсем офигел? На всякий случай добью. Ё-моё, сразу в пятером на меня. Чё вы? Поэтому в тело нужно стрелять. Так, 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 так. Чё он так странно? А, я его, походу, с ноги подстрелил. Умер ли? Вроде да. Я с ноль остался. Снова зачистил. Прекрасно. Даже меня никто не задел. Но эта игра такая же, как The Air Coming, только тут графика получше. Потом, ой, почему меня выбросило? Эй, алло. Мне что-то не нравится, то, что меня выбросило. Так,
Эл, надеюсь, мой прогресс не обнулится. Нет, не обнулился. Третий этаж. Тут что-то с рекламой не так. У меня хороший FPS, почти 40. О, я 27 долларов. А умер? Нет. Лучше вообще стрелять в голову. Лучше, знаете, как хорошо тут набивать деньги? Тут просто берешь и стреляешь в голову. Лучше с калаша, так эффективнее. Хоть денег меньше будешь получать, зато... Кстати, эта игра вроде от русского разработчика. Я вижу уже там что-то написано на русском, походу. Прям мне кажется. Глаза выбил, но он еще живой. Умер вроде. О, чё, чё ты бежишь? Да блин, он умер. Вот теперь точно умер. Здорово. Живой? Этот живой. Ё-моё, сколько кровяки. Лучше перезарядиться и идти, да. Сразу трое бегунов, один даже сбитый. Буквально один выстрел не попадает, и все, они перестают бежать. Так. Включи. Блин, мне их конвульсии не нравятся. Умер? Точно умер? Да, умер. Все, этаж зачищен. Так, сколько денег? Уже 1747 долларов. Я думаю, что два пистолета это будет хорошо. Так, посмотрим, сравним. Я хочу два пистолета купить, и я вот думаю, какие взять. Так, эти урон 1, магазин 30, перезарядка 2,6, прибыль почти 11 долларов. Тут прибыль поменьше и урон такой же. Тут проблема в том, что... А, тут тоже урон маленький. Не, ну вообще мне пистолет не нужен особо. Мне нужно как что-нибудь скорострельное. Ну пока нужно что-нибудь, что может заменить то, что когда АКшка закончится, у АК кончится патрон. Чтобы можно было, если что, взять и так пиу-пиу. Ну, дробовик, наверное, хорошая альтернатива. Типа, зомби подойдет и такой, пау. Это что? Урон 12. У этого урон тоже 12. Только тут 14 выстрелов, а тут всего лишь 2. Блин, ну я даже не знаю. Вообще, Мосберг хороший, урон хороший, магазин хороший. Фьюри, правда, маленькая. Меньше? А, нет, больше, чем у этого. Но все равно. А, вот что на финице. Перезарядка тоже долго. Ну, скорее всего, лучше взять какое-нибудь оружие ближнего боя. Так. Может, они, скорее всего, отличаются дальностью, поэтому я возьму катану все-таки. Идем. Зомбак. Раз. Блин. Никогда не умирает полностью. Это на всякий случай. Я точно не садист, просто на всякий. Блин, минус АК в том, что прицел сбивается, и трудно в голову попадать. А если в голову попадать, то он быстрее умирает. Особенно у тех, которым нужно именно это одно. Ему можно еще и в ноги, но лучше в голову. В голову можно убить. Этому в тело нужно целиться. Получай. Живой еще? Ты что вы? Не наглейте это. Не подходи ко мне. Что там? Ой. Женщина, что с вами? О, всех убил. Правда, я заработал меньше, чем за третий этаж, да? Опять что ли реклама? Какая странная реклама. Она мне не нравится.
снова перезаход в игру. Снова создание спрайтов. Что-то эта игра капец какая лучшая, а мне она уже не нравится. Так, 4 этажа прошли, уже 62 зомби убили. Я не знаю, может заменить какой-нибудь скорострельный, но пока нету. Надеюсь, меня на этом раунде не убьют. Жизни дорого стоит. Плотность толпы 100%. Ну да, пусть плотность толпы будет 100%. Пятый этаж, что-то небольшие призы есть. Чё с ним? Чё с ним? Чё с тобой? Скорее всего, просто байки. Снова? Чё они делают? Не, он мертв, точно. Выиграл. Отсюда еще одна. Фигничка. Странно. Я ему что, руку отстрелил? Ладно. О! Что тут скринерами? Пугает. Поднимание. Сразу выехали. Так, одного. И другого цели. Хочется катану проверить, но я боюсь, что они у меня просто со мной вообще. Тут говорится то, что жизни отхиливаться не будут, поэтому нужно вести себя осторожно. И пользоваться катаной только когда к тебе подходит слишком близко. Я их приостановил, но их слишком много, они шестером толпой на меня идут. Не подходите. Смотрите, что делают. Нечестно играете, да? Фух. Капец, испугал меня. Да, сняли половинку здоровья. А можно как-то типа отхиливаться или что-то типа такого? Я знал, что, знаешь, что там не будет естественной регенерации, но будет типа аптечка что-нибудь. Или вообще только жизни можно. Ну все, я буду поосторожнее, но я не ожидал. Они прям толпой пошли, я ничего не могу сделать. Мне нужно что-нибудь взрывное. Там нет. Дробовики я проверял, я раньше в эту игру играл. Ну не, где-то год назад, может быть. Тут дробовики они не очень. Лучше брать что-нибудь скорострельное. Но как я понял, чем лучше цена, тем лучше вот это соотношение показателей. Вот FN F2000 урон 2. Ну, больше, чем у пистолета, по крайней мере. Магазин 40, выстрелов в минуту 850. Это много. Перезарядка 2 секунды 60 миллисекунд, короче, примерно. Прибыль, ну, короче, хорошая. Беру. Заменю АКшечку. Сейчас посмотрим, что это такое. Ой-ой-ой. Что, лайк видит. Сколько уже видео длится? 13 минут. Пока все хорошо. Не смей. Там типа что-то есть типа последней волны, там как бы зомби толпой прям бегут. Вот видите, эти замки мы сняли половину котов. Точно должно быть лучше. Блин, ни разу меня не попал. Вот смотрите, снова. Нужно их заранее шинковать. Опа, 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 смотрите, как шинкую. Настоящий ниндзя. Так, я думаю, лучше оружие поменять. Боюсь, что сейчас на меня опять набегут эти дурачки. Вот опять толпой, смотрите. Ну тут хотя бы толпа не такая большая. Так, вроде все мертвы. Смотрите, бежит такой, бежит. С чистым лицом, а уже нечистая. Ты самым нечистым.
И сейчас последний какой-то. Бегун, не бегун. А, это последний был, что ли? Опять, смотрите, сейчас опять будет вылет. Это реклама, она какая-то странная. Из-за нее у меня лагает. Но я думаю, что на сегодня все. Игра мне понравилась, у нее есть очень много багов. Багучая игра. Напишите в комментариях, хотите видеть дальше видео по этой игре, или вам не понравилась игра, или вам не понравилось, как я в нее играю. Можете, если игра вам понравилась, можете оставить в комментариях советы, как правильно играть, какое оружие брать. Ну, вы были на канале GameKate. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!